Работа, связанная с задержанием торговцев наркотиками, вооруженных и опасных преступников, требует у сотрудников полиции владения определенными навыками. Для подготовки спецназа МВД в Чувашии открылась новая учебно-тренировочная база. На территории современного комплекса, который расположился на левом берегу Волги, будут заниматься сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и кадеты-старшеклассники. Торжественная церемония открытия тренировочной базы для отряда спецподразделения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии началась не с разрезания ленточки, а с приветствия кадетов. В день открытия на территории базы уже были организованы военно-полевые сборы для 10-классников Чебоксарской кадетской школы номер 14. Проходить интенсивную военно-спортивную подготовку ребята будут под руководством бойцов спецподразделения «Гром». В течение 5 дней школьникам предстоит жить в палатках, заступать наряды, оттачивать строевой шаг, стрелять и бегать. Обязательной задачей станет прохождение полосы препятствий. Такие сборы для парней – хорошая подготовка к поступлению в высшие военные учебные заведения и дальнейшей службе в органах внутренних дел. На начальном этапе в школе формируется вот эта направленность правоохранительной деятельности. Поэтому все молодые люди практически заявляют желание поступать в данное учебное заведение. Этот новый комплекс будут использовать не только для обучения кадетов. Его основная функция – подготовка бойцов для спецподразделения «Гром», которое до недавнего времени находилось в составе Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. После реформирования структуры его судьба была неизвестна. Сейчас «Гром» решили воссоздать в качестве замены отошедшим Росгвардии подразделениям МВД. Положение об этом уже вышло в МВД Республики. Громовцы будут оказывать силовую поддержку управлению полиции по контролю за оборотом наркотиков. Ряд изменений коснулось и самого штата МВД Республики. В некоторых подразделениях остро не хватает кадров, несмотря на хорошую зарплату и соцпакет. Одно из главных требований кандидатам, желающим служить в полиции, – отсутствие судимости. Ну, традиционно мы работаем не только со среднеспециальными образовательными школами, но и осуществляем набор в МВД на должности сотрудников, которые прошли службу в армии, имеют определенное высшее образование, годное состояние здоровья, должен иметь определенную стрессоустойчивость. Тем, у кого возникнет желание стать стражем порядка, нужно подготовить пакет документов. Что в него входит, подскажут в управлении по работе с личным составом МВД по Чувашии.